Приветствую вас, мальчишки и девчонки. Сегодня я хочу вам рассказать про национальный парк Тарока, расположенный в 2 часах езды от города Тайбэй. Начну с того, что 2 часа в пути придется провести по очень извилистому серпантину. Для меня лично это довольно тяжело, очень сильно укачивает. Ну и практически все, кто ехал со мной в машине, под конец дороги были такие же зеленые, как и я. Но эти 2 часа стоит потерпеть, настолько красивые открываются виды, что хотя бы один раз стоит это увидеть. Я, кстати, был 2 раза. А самый лучший вариант – это остаться в горах на ночь. Вся инфраструктура позволяет это сделать. В первый день можно осмотреть мосты, ущелья и храмы. Во второй день подняться пешими маршрутами на самые вершины. Тарока – один из 8 национальных парков Тайваня, расположен на территориях уездов Хуалянь, Тайчжун и Наньтоу. Имеет площадь, равную 920 квадратным километрам. Был основан 12 декабря 1937 года. Национальный парк Тарока включает в себя тоннель 9 поворотов, храм Вечной Весны, горячий источник Вэньшань, тоннель водных занавесей, ласточкины гроты, мраморный мост, а главной достопримечательностью парка является мраморное ущелье, которое тянется на 19 километров через горы восточного побережья через центр парка Тарока. Мраморное ущелье разделяет середину парка пополам. Кроме того, здесь расположена цепь горных вершин высотой около 3 километров, одни из самых высоких вершин на острове. А что может быть лучше гор? А лучше гор могут быть только горы. Если вы собираетесь посетить остров Тайвань, национальный парк Тарока просто обязан быть одной из точек на карте, которую необходимо посетить. Побывав там, вы не пожалеете. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, вы знаете, что делать.